Сегодня Управление МВД России по Одинцовскому городскому округу – это 16 служб и 9 территориальных отделов, работающих круглосуточно. Здесь служат 1113 аттестованных сотрудников, 76 вольнонаемных и 24 госслужащих. В полиции не знают праздников и выходных, но важной датой всегда считали 10 ноября. Именно в этот день, в 1917 году, было подписано постановление о рабочей милиции. С 1962 этот день отмечали как профессиональный праздник, а с 1980 он стал официальным. Не изменилась дата и с вступлением в силу федерального закона о полиции в 2011 году. Лишь название. Ко дню сотрудника органов внутренних дел полицейские Одинцовского округа всегда готовятся заранее. В этот раз они решили провести праздничный флешмоб. На площадке возле окружного отдела ГИБДД 15 служебных машин выстроились в огромные буквы МВД, увидеть которые можно было с высоты птичьего полета. Уважаемые коллеги, друзья, позвольте от руководства и Совета ветеранов, органов внутренних дел ОМВД России по Одинцовскому городскому округу сердечно поздравить вас с Днем органов внутренних дел. Пожелать вам, вашим семьям и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь, тепло, доброта и благополучие. Мария Шмакова, Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».